Всем привет! Вы на моем канале Ли Арт и добро пожаловать в нашу маленькую творческую мастерскую онлайн. Мы решили записать видео вместе с моим сыном, ему всего 7 лет и он очень любит рисовать. Если вам понравится такой формат видео, мы будем продолжать его снимать регулярно. Мы хотим с ним показать, что рисовать может абсолютно каждый. Ну что, приступим? Мы закрасили наше небо в голубой цвет и продолжаем рисовать воду. Берем щетинистую кисточку и белила и начинаем набивными движениями набивать сами облака в хаотичном порядке. Далее мы приступаем к горам, берем коричневый цвет и синий цвет и начинаем между собой смешивать, чтобы получить темный оттенок. Дальше мы смешали оттенок, я показываю сыну, какой формы должна быть гора, и мы начинаем рисовать саму гору. Далее заполняем все это дело цветом, который у нас получился на палитре. Для удобства можно взять кисточку побольше. Далее я объясняю, как сделать отражение в воде с помощью пальчиков. С пальчиками очень хорошо развивается мелкая моторика рук, так что очень рекомендую при занятии с детьми. Давайте немножко растушуем большой щетинистой кисточкой и завершим наши горы. Далее мы возьмем мастихин и при помощи белил мы будем рисовать одну часть горы. Подробное видео есть уже на моем канале, как мы должны работать с мастихином. Ссылочку я оставлю в инфобоксе. Сами волны мы рисовали с помощью веерной кисточкой. К сожалению, не уследили за камерой и не попал тот фрагмент, когда ребенок рисовал волны. Но они рисуются очень просто с помощью белил и веерной кисточки. Саму кисть мы берем высоко и как маятник раскачивается рисуем сами волны. Какая картина без автографа? Ребенок взял белую ручку и начал подписывать свое имя. Я надеюсь, видео было полезным. Не забываем пальчик вверху. Все, пока-пока!